Друзья, всем привет! С вами Александр, и сегодня мы с вами вновь возвращаемся к анимации такого сложного персонажа, как Кентавр в программе Motion Builder. Дело в том, что я тут периодически экспериментирую, нахожу какие-то новые очень удобные моменты и спешу сразу же поделиться с вами. Сегодня мы рассмотрим не только анимацию, но и дополнение к риггингу нашего персонажа. Давайте рассмотрим вот что. Мы с вами говорили, что при анимации животных в большинстве случаев конечности у нас анимируются в противофазу. То есть, если левая передняя конечность идет вперед, то левая задняя конечность движется назад. Это основной принцип. Но ведь иногда же бывают и ситуации, когда обе конечности двигаются параллельно друг другу вместе. И вот как раз такой эпизод мы с вами и настроим, рассмотрим, так сказать. Смотрите, что можно делать. Конечно, после того, как мы выставили основные контроллеры, мы можем по очереди сдвигать контроллер одной ноги, вот как я сейчас сделал. Затем выбрать самодельный контроллер и сдвинуть его. Но мы можем сделать еще круче. Смотрите. Вернем все в исходное положение. Что мы делаем? Мы заходим во вкладку Asset Browser и создадим дополнительные constraints, то есть соединения. Давайте зайдем в Constraints. Выберем Constraints Position и Constraint Rotation, ротацию. Ой, елки-палки, я уже к английскому привыкать стал. Это нехорошо. А давайте их раскроем. Вот у нас внизу появились новые констрейны. А давайте мы переименуем, чтобы нам было удобно. Так, назовем, допустим, левое соединение translation, то есть перемещение. Так, левое соединение ротация. Отлично. И теперь что мы делаем? Давайте начнем с правой ноги. Итак, что мы делаем? Давайте начнем с constraints translation, перемещение. Выберем его. Теперь выберем контроллер правой задней ноги и перенесем его в constraints объекты. Так, давайте мы его найдем в меню. То есть вот он, когда вы что-то выбираете в сцене, оно у вас подсвечивается в браузере, скажем так, и перетаскиваем сюда. Отлично. Теперь смотрите, вот здесь вот выбираем контроллер правой передней ноги. Вот он. Давайте найдем его в менеджере. И создадим активацию. Ничего страшного, что сейчас нога сместилась. Она просто перенимает координаты передней ноги. Выбираем контроллер и возвращаем его на место. То есть эту процедуру надо будет сделать единожды. Хорошо. А теперь выбираем коннектор, ротацию и повторяем ту же самую процедуру. Сначала закидываем контроллер во вкладку Constraints объект и затем закидываем контроллер передней ноги. Делаем активацию. Отлично. То же самое мы проделываем с противоположной парой ног. Снова закидываем два новых constraint. Это translation и rotation. Так, давайте их тоже переименуем. Назовем так RST. Тут у нас совпадает. Тоже R.
ST. Пусть будет, но с пометкой 1. Итак, выбираем коннектор constraints, то есть translation. Выбираем контроллер задней левой ноги. Вот он, зеленый кубик. Я его опять же нахожу в менеджере и закидываю в канал constraints объект. Выбираем контроллер передней ноги. Закидываем его во вкладку source. Активация. То же самое. Сначала нога у нас смещается. Ничего страшного. Выставляем ее в исходное положение. Так. И теперь выбираем Constraints Rotation. RST1. Проделываем ту же самую процедуру. Активируем. Да, кстати, несмотря, так сказать, на всю мою любовь к англофилии, почему мне приходится вот тут вот называть английскими названиями? Хотя Motion Builder понимает иногда кириллицу, но, к сожалению, может выдать ошибку. Поэтому тут, а хочешь не хочешь, приходится использовать латиницу. Кстати, то же самое будет актуально, если вы будете переносить файлы с Cinema 4D в Motion Builder. Желательно в названии всех элементов избежать использования кириллицы. То есть, ну вот тут вот, скажем так, англоязычные программы все-таки не совсем стабильно работают в этих случаях. Ну да ладно, не только же плюсы нам давать, в принципе. Так, давайте свернем контроллеры. И смотрите, что у нас теперь получилось. При движении передних ног у нас также уже сами анимируются и задние ноги. То есть, что очень удобно. Смотрите, я вращаю переднее копыто, и у меня параллельно вращается и заднее копыто. То есть, мне достаточно создавать ключи теперь только для передней пары ног. Причем, поскольку задние копыта являются дочерним объектом, я могу их изменять, и при этом не произойдет изменение передних ног. То есть, если, скажем, при движении передних ног задние становятся не в корректную позу, это можно исправить без проблем. Причем теперь при выделении вот этих вот основных контроллеров и использовании верхней панели мы можем выставлять позу по умолчанию. Смотрите. Хоп. И все стоит. Почему вот тут задняя нога не выпрямилась? Потому что я ее не до конца выпрямил, когда присоединил коннекторы. Отлично. Притом силу и время взаимодействия коннектора вы можете анимировать, используя вот данный показатель. Но как это делается, я показывал в других уроках. Так, но и это еще не все. Если мы теперь перейдем во вкладку Story и закинем сюда файл движения, давайте выберем походку какую-нибудь. И проиграем. Так, увеличим. У нас анимация длится 63 кадра. Ну, давайте до 100 увеличим. И посмотрим. Обратите внимание, у нас теперь автоматически анимируются и задние ноги. Вот тут идет косяк, но он легко исправим. То есть немножко ротация таза не совпадает. Нам надо просто подправить вручную контроллеры задних ног. Ну, что сделать, в принципе, несложно. Выбираем и ставим на место.
есть. Но вы помните, тут надо сказать, да, вы помните, что никакие изменения сейчас не войдут в силу по одной простой причине. У нас во вкладке Story стоит готовый анимационный файл. Его мы можем корректировать либо через создание субтрека, либо после использования нового анимационного слоя. Но сам процесс корректировки, он достаточно простой, видите? Давайте попробуем другой файл кинуть. Так, вот у нас идут немножко даже уточнения, что T-поза по отношению к дочерним контроллерам не всегда будет срабатывать, но ничего страшного. Это мы сейчас снова подправим. То есть делается довольно-таки легко. Достаточно сдвинуть по двум осям. То есть на данный момент этот механизм как бы у меня еще сырой. Даже многие вещи я сейчас вам по ходу вот показываю и выясняется. Но все равно вот это вот их исправление, оно как бы сильно не составляет труда. Единственное, что когда вы будете делать ключи, не забывайте, чтобы у вас стоял активированным значок создания автоматических ключей. И для вот этих вот самодельных контроллеров все-таки дублируйте ключ, нажав клавишу вот K. Так, удалим созданный ключ. И давайте попробуем кинуть для примера другой какой-нибудь анимационный файл. Вот, посмотрим. Вот задние ноги работают параллельно с передними. Выставить в случае необходимости таз проблемы не составит. Выбираем контроллеры задних ног, выбираем контроллер таза и опустим вниз. Запишем ключ. Но опять-таки это после того, либо когда мы создадим субтрек с возможностью записи ключей, либо когда будем использовать анимационный слой для корректировки. Но то, что это возможно, мне кажется, это здорово. Ну что ж, это то, что я хотел вам показать сегодня. Пробуйте, учитесь. И для того, чтобы вы сами могли, скажем так, пощупать, как это все работает, данный файл я загружу под видео. Открывайте его в Motion Builder, посмотрите, как работает рик, попробуйте проанимировать. Можете потом поделиться своими результатами, своими мнениями. Может быть, кто-то из вас даже создаст какие-то новые элементы управления. Единственное, что хочу напомнить, то что контроллеров пальцев здесь нет, потому что кости пальцев для быстроты я не создавал. Что ж, с вами был Александр. Всем пока!